Новый год – время чудес и исполнения желаний. Первоклассник из школы номер 10, Боря Царик, мечтал оказаться на одном поле с известными футболистами. Свое послание он оставил на елке желаний и, как выяснилось, не зря. Меня зовут Боря Царик, мне 7 лет. Я хожу в первый класс в школу номер 10. Учусь хорошо, потому что сильно стараюсь. Еще я веселый и добрый. Я занимаюсь футбольной секцией. У нас с братьями есть главная мечта – поиграть в футбол с настоящими известными футболистами из крутого клуба. Очень прошу тебя подарить нам такой подарок, пожалуйста, Дедушка Мороз, ты же волшебник. Письмо желаний юного люберецкого футболиста было озвучено в эфире телеканала ЛРТ 25 декабря. Спустя несколько дней Борю и всю его большую семью пригласили на одну из подмосковных спортивных баз. Ребята наши, конечно, давайте. На современном футбольном поле, пусть и зимой, Боря Царик оказался впервые, да еще и в такой компании, где с одной стороны экс-игрок сборной России Александр Мостовой, с другой – защитник футбольного клуба «Химки» Александр Филин. Экскурсия по спортивной базе и мини-тренировка с известными спортсменами. Несколько часов пролетели как мгновение. Теперь все одноклассники будут завидовать, говорит Боря. Осуществить мечту юного футболиста помог министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Думаю, перед Новым годом это незабываемое ощущение. Я надеюсь, что ребята после этого дальше пойдут по своей спортивной отрасли, станут футболистами или в какие-то другие виды спорта обратят свое внимание. Есть у юного люберчанина еще одна заветная мечта – стать известным футболистом и играть за сборную России. Ее исполнение полностью зависит от самого спортсмена. Григорий Ворванин, телеканал ЛРТ.